5000 роутеров и 2000 ноутбуков выдали в столичном акимате малообеспеченным семьям и родителям, которые воспитывают детей с особыми потребностями. Все это для того, чтобы школьники смогли учиться дистанционно. Подробности у Асхата Ниязова. В этом общежитии педагоги живут и обучают онлайн учащихся. Кабинет для дистанционных занятий любезно предоставила администрация общежития. Если учителю биологии весь механизм преподавания понятен, то педагогу НВП немного сложнее. Как НВП можно вот так вот преподавать? Какие есть нюансы? Вот я не могу представить. Ну, сейчас, в данный момент мы проводим НВП теоретически. Практику оставили на лучшие времена, но даже если нужно будет, говорят, и ее организуем онлайн. Что меня удивляет, которые не очень учились ребята, вот действительно, они вот, может, стеснялись перед классом, например, сейчас активно работают. Но оказалось, что не у всех детей и учителей была возможность даже просто выйти в интернет. Тут помог акимат. Около 2000 семей из малообеспеченных категорий и семей, где имеются дети с особыми потребностями, были обеспечены ноутбуками. Около 5000 роутеров были предоставлены данным категориям семей. И 618 учителей были обеспечены ноутбуками. И теперь в столице дистанционным обучением охвачено 177 тысяч учащихся. Им преподают 9 тысяч педагогов. Асхат Ниязов и Арман Акшабаев. Хабар 24.